Приветствуем вас на мастер-классах культурного центра «Порт». Предлагаем изготовить подвеску ангелом в машину или для декорирования интерьера. Для работы нам понадобится алюминиевая проволока, бусины, круглогубцы-кусачки, ранее нарисованный эскиз и тонкая медная проволока диаметром 0,3 мм. Не отделяя проволоку от мотка, начинаем формировать нашу фигурку согласно ранее нарисованному эскизу. Приступим к декорированию подвески. Возьмем отрезок тонкой медной проволоки, нанизываем на него бисерину, складываем отрезок пополам. Фиксируем бусину двумя-тремя плетениями. Отрезок медной проволоки с бисериной пропускаем в большую бусину. Получившийся декоративный элемент фиксируем на подвеске.
Украшаем подвеску бусинами. Берем отрезок тонкой медной проволоки, нанизываем на него бусину и фиксируем на подвеске. Подвеска «Ангел» готова, ее можно использовать в машине или для украшения домашнего интерьера. Спасибо, что были с нами, ждем вас на следующих наших мастер-классах. До свидания!